Украины народное ополчение Киева. Обращаемся к группе самозванцев, преступников, перебежчиков и предателей народа Украины. К их главным спонсорам и зарубежным кураторам, продажным лживым СМИ. Вы, захватившие власть с помощью обмана, террора, массовых убийств и предварительного сговора с иностранными государствами, мы обвиняем вас в предательстве интересов народа Украины, в совершении государственного переворота, в развязывании гражданской войны, в массовых убийствах. Вы виновны, вне зависимости от того, по какую сторону баррикад находились убиенные и покалеченные люди. Мы обвиняем вас в разграблении страны и уничтожении украинской государственности. Вы, ваши деньги и ваши дела принесли в Украину раскол, разрушение, кровопролитие, слезы матерей, обнищание, безработицу и региональный конфликт. Вы активно способствуете пропаганде, поощряете, оплачиваете и распространяете в Украине нацистскую идеологию, идеологию экстремизма, терроризма, двойные стандарты. Цинично и умело играете на различных религиозных, национальных, исторических аспектах и ценностях украинского социума. Вы открыто призываете к уничтожению половины населения Украины. Вы нанимаете зарубежных специалистов, вооружаете нацистские группировки для расправ и диверсий по отношению к тем, кто не принял ваши фальшивые ценности. Ваше время подходит к концу. Мы требуем безоговорочное полное освобождение из-под стражи всех без исключения работников силовых структур, участвующих в противостоянии на Майдане и событиях, связанных с этими противостояниями. Безоговорочное полное освобождение из-под стражи всех без исключения задержанных активистов антимайдана. Безоговорочное полное освобождение от уголовной, административной или иной ответственности всех без исключения активистов антимайдана. Незамедлительного прекращения карательной экспедиции на юго-восток Украины, в том числе незамедлительного возвращения всех армейских частей и подразделений на местах постоянной дислокации. Разоружение и распуск всех незаконных экстремистских группировок и командных армий, провластных олигархов, таких как правый сектор, сотни самообороны Майдана, Днепр и других, с обязательным расследованием аспектов деятельности и источников финансирования истории происхождения этих организаций. Привлечение членов данной группировок к уголовной ответственности согласно действующему УПК Украины за совершенные ими преступления, такие как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, грабеж, разбой, порча, уничтожение и кража имущества, вне зависимости от форм собственности. Лишение мандатов депутатов, пропагандирующих либо ранее замеченных в пропаганде нацистских идей насилия с помощью средств массовой информации, либо с трибун Верховной Рады, городских, областных, районных советов. Четкие, внятные, публичные извинения каждого депутата Верховной Рады перед украинским народом. Обеспечение беспрепятственного проведения референдума в тех областях, которые требуют рассмотрения вопроса о федерализации. В случае невыполнения вышеуказанных требований мы будем вынуждены применить превентивные, вежливые, адресные меры для установления законности и порядка в Украине любым доступным вежливым.